Наступил уже сезон одуванчиков, поэтому будем сегодня готовить. Каждый год мы готовим мед из одуванчика. Для этого мы обрываем вот так вот цветочки. Всего нам нужно будет 400 таких цветочков. Все, наш мед с одуванчиков готов. Переливаем его теперь в банку. Он постоит еще больше, загустеет. Его надо кушать одну чайную ложечку в день для улучшения иммунитета.